прекрасная, красивейшая команда, которая показывает замечательные результаты, у которой впереди еще много хороших свершений и потрясающих игровых моментов. Мы все за вас болеем. Прекраснейшая и волевая победа над Хорватией. Лично не была, но абсолютно знаю и следила за счетом, следила за вашей игрой. Вы молодцы. Уже практически мало кто верил, но надежда всегда оставалась. Вы сделали невероятное. На волевых выбрали эту победу. Не мне, наверное, говорить вам напутственные слова. За нас это сделает тренер. Хотим все вместе сегодня пожелать вам не сдаваться, всегда вырывать и всегда делать невозможное. Девчонки, мы гордимся вами. Вы молодцы. И этот кубок, Кубок Украины по футболу среди женщин сезона 18-19 сегодня по праву вручается самой лучшей команде, самым лучшим харьковчанкам, победительницам и всегда красавицам. Вам, девчата, с победой вас! Сегодня мы получили кубок чемпионов Украины. Это 9-й кубок в нашем послужном списке. Заслуженный, долгий годовой цикл. Прошла команда, ни одного матча не проиграла, пропустили всего лишь один гол. Это, я считаю, что большая заслуга и команды, и всей структуры, которая работает на достижение этого результата. Мы чемпионы, мы обладатели кубка, мы принимаем Лигу чемпионов. Что может быть лучше?